70-летняя Сальва Аль-Амани из Саудовской Аравии стала самой возрастной выпускницей в университете имама Абдул-Рахмана бин Фейсала в Дамаме. На днях бабушка получила степень бакалавра гуманитарных наук. Мусульманка заняла первое место в своем классе по среднему баллу и получила награду за выдающиеся достижения. Продолжение ролика смотрите на канале НУР ТВ+ по этой ссылке.